Ангарскому военкомату 70 лет. Военный комиссариат выполняет важнейшую функцию по обеспечению боевой готовности вооруженных сил и военной безопасности государства. Работники Ангарского военкомата обеспечивают кадрами не только ряды российской армии, но и другие силовые структуры. С юбилеем сотрудников и ветеранов учреждения поздравили представители окружной администрации, вручив благодарственные письма и почетные грамоты. Вы являетесь такой незримой нитью, незримой связью между обществом и вооруженными силами нашей страны. То, как качественно вы готовите и настраиваете наше молодое поколение, пополнение нашей армии, зависит от того, какая обороноспособна наша Родина. А военный комиссариат все эти годы по основным показателям был лидером практически на протяжении всего этого времени. Наградой за заслуги перед городом Ангарском была удостоена помощник начальника отделения военного комиссариата Антонина Кузнецова. Женщина работает в учреждении уже 36 лет.